Я только что расписался за решение суда, в соответствии с которым мне изменена норма пресечения. И я на сегодняшний день не заключенный из Лукьяновского СИЗО, а человек, который находится под личным обязательством перед судом. Вот это все, что на сегодняшний момент это означает. Почему вас выпустили? Потому что такое решение принял суд. И апелляцию моего адвоката поддержала прокуратура. Я с первых дней заявлял, что в отношении меня вряд ли можно говорить о каком-либо обмене, поскольку я ни в чем не виноват, я не являюсь осужденным человеком. Поэтому куда меня менять, чего меня делать? Это некие политические мечтания, которые были у людей, входивших в истеблишмент в прошлом, в нашей власти. Ну, вот они этого хотели.